Песнь 1 глава 18, текст 50. Прошьянта садоволоке праир двандвешу йоджитага навьятханти нахришьянти ятатма гунашрега. Обычно трансценденталисты, даже когда другие вовлекают их в двойственности материального мира, не страдают от этого. Не получают они и удовольствия от мирского, ибо поглощены трансцендентным. Комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Трансценденталисты – это философы, эмпирики, мистики и преданные Господа. Философы и эмпирики стремятся к совершенству, заключающемуся в слиянии с бытием Абсолюта. Мистики стремятся к постижению всепроникающей сверхдуши. Преданные Господа заняты трансцендентным любовным служением личности Бога. Поскольку Брахман, Параматма и Бхагаван – различные аспекты той же самой трансцендентности, все эти трансценденталисты находятся вне сферы влияния тригун материальной природы. Материальные страдания и удовольствия являются порождением тригун, поэтому трансценденталисты не имеют с ними ничего общего. Царь был преданным, а Риши – мистиком, поэтому они оба не были привязаны к случайному инциденту, созданному высшей волей. Озорной же ребенок был лишь орудием в руках Господа. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 18 главе первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Сын Брахмана проклинает Махараджу Парикшита». Обычно трансценденталисты, даже когда другие вовлекают их в двойственности материального мира, не страдают от этого. Не получают они удовольствия от мирского, ибо поглощены трансцендентным. Намам Бишну Будая Кришна Пришта Батарея Шмата Ганата Свами Термине. Намам Бишну Будая Кришна Пришта Батарея Шмата Бхактивиданта Свами Термине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине. Нирвишеша Шуниваде Пашачаде Шатарине. Чай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васати Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Страдание означает вовлеченность. Мы хотим чего-то добиться в этом мире. Желание – это не обычное состояние души. Душа желает. И так как в этом мире все сковано энергией времени, поэтому добиться здесь, в общем-то, ничего невозможно. На время можно, но потом опять все возвращается назад. Люди страдают. Но сегодня, согласитесь, во время киртана страданий стало чуть-чуть меньше. И так? Ну, карма же действует. Как же так? То есть карма продолжает действовать. Мы болеем. Там, у нас есть проблемы в личной жизни, проблемы в деятельности. Почему страданий стало меньше? В чем причина? Если карма действует, она должна вызывать страдания. В чем причина? Господь пришел, да, духовная энергия. Господь пришел в нашу жизнь сегодня. Ну, трансценденталист вот этот вот, он не прыгал во время киртана. Он сидел один дома. Мало того, ему змею бросили на шею. Я бы, например, не обиделся, если бы мне змею на шею бросили. Я бы, наверное, умер от страха.
представьте, такая змея огромная на шею тебе. Классно. Не факт, что она мертвая. Кто, откуда, кто знает, какая она? Страшное дело. Но трансценденталист не обиделся, потому что обида означает, что я получил какую-то невозможность добиться чего-то. Вот представьте сейчас, если ну, сделают так, что нам придется умереть. Это будет очень обидно. Так? Ну как нет? Очень... А? А, то есть для вас нет никакой обиды. Ну, надо еще разобраться в этом вопросе. То есть мы можем часто кричать. Преданным очень трудно тело оставлять тоже. Недавно я видел, как преданное тело оставляет. Очень тяжело. Не так-то просто. Мы сейчас можем кричать... что не обидно. А жить-то хочется. Но высокий уровень трансценденталистов означает, что они живут. То есть у них есть полная, полноценная жизнь. Но эта жизнь, она уже находится на внутренней платформе. То есть планов в этой, во внешней среде нет. У этого мудреца не было планов никаких, связанных с телом. Поэтому он и не беспокоился ни о чем. Он не обиделся. Его сын, он хотел чего-то, ну, может быть, стать таким же мудрецом, как отец. Ну, то есть он чего-то хотел. И поэтому он проклял этого царя, который оскорбил мудреца. Это факт, что было совершено оскорбление. Спасибо вам большое. Но смотрите, важность такая момента. Ведь трансценденталист не обиделся. Это значит, что ему было некогда обижаться. Вот, допустим, во время киртана, если кто-то нас, допустим, толкнет, мы обычно не обижаемся. А некогда, мы поем в это время. Думаем о Господе, служим Ему активно. Но согласитесь, что такой киртан дома очень трудно устроить самому. Как вы думаете, почему, в чем причина? А? Соседи... Соседи не участвуют в киртане, поэтому тяжело. Преданных мало, только один человек дома, да, поэтому трудно киртан устроить. Это факт. Это называется отраженная преданность. Мы вовлечены в процесс. Приходим домой, никто уже не вовлекает в процесс. Поэтому опять насваливаются страдания. Так? Но есть секрет один. Есть способ изменить все. Этот способ называется активное, глубокое, внутреннее служение своему духовному учителю. Это очень просто. Сейчас мы будем тренироваться. Смотрим на Шрилу Прабхупаду. Что видим? Шрила Прабхупада. Так, хорошо. Экстаз пошел? Нет, значит, не видим Шрилу Прабхупаду. Для того, чтобы увидеть Шрилу Прабхупаду, для этого нужно сейчас следующее сделать. Надо... Сейчас будем повторять Хари Кришна и кланяться мысленно ему. Будем сейчас вместе повторять Хари Кришна и мысленно кланяться Прабхупаде. У нас очень серьезное сейчас занятие будет, потому что во время этого занятия решатся все проблемы, которые только есть. Это очень важно. Я не шучу, я серьезно говорю. Итак, все вместе хором повторяем, чтобы была сосредоточенность.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Достаточно. Кто заметил в стопах Шрилы Прабхупады нектар? Поднимите руку. Это означает, чуть-чуть кланялись. Чуть-чуть делали, получили чуть-чуть нектара. Чего хочет Шрила Прабхупада? Как вы думаете, чего хочет Шрила Прабхупада? Шрила Прабхупада хочет, чтобы мы ему кланялись и получали нектар с его стоп. Все. Больше он ничего не хочет. Чтобы мы повторяли Хари Кришна, читали его книги, кланялись его книгам, поклонялись его книгам, потому что по-другому их не прочитаешь. Кланялись его стопам и повторяли Хари Кришна в это время. Когда преданный этим занимается, он сразу входит в отношения со Шрилой Прабхупадой, которые Прабхупада хочет. Эти отношения полны глубокого счастья. И это большая занятость. Это серьезная занятость. Вот сейчас некоторые повторяли Хари Кришну и думали, ну вот на лекцию пришли послушать, а тут надо Хари Кришну повторять, кланяться, какая-то ерунда. Надо лекцию же слушать. Но поймите, что лекция находится на более внешней платформе, чем деятельность, связанная с чистым преданным. Потому что когда мы кланяемся чистому преданному, мы устанавливаем отношение глубочайшей занятости собственной. Понимаете, человек в этом мире очень мало занят, потому что он занимается деятельностью, которая не имеет большого слишком смысла. То он добивается того, что все равно будет разрушено. Но не слишком большой смысл. Еще есть другая причина, почему не слишком большой смысл. Потому что когда мы кланяемся Шриле Прабхупаде, то наша жизнь входит в другое русло. Вот сейчас во время киртана жизнь вошла в другое русло и стало хорошо. И на душе не случайно светло и не случайно весело стало. Почему? Потому что душа начала заниматься деятельностью, которой она должна заниматься в жизни. Когда мы мысленно кланяемся Шриле Прабхупаде, повторяем Хари Кришна, то в это время судьба входит в другое русло, которое полно глубины, смысла, занятости и настоящей жизни, счастья, соответственно. Почему мы не делаем это в течение дня? Потому что мы не видим в этого смысла. Мы не видим смысла для нашей настоящей жизни в этом. Не видим смысла для... Вообще не видим смысла, не чувствуем, что это дает какой-то результат. Кто из вас кланялся, Хари Кришна повторял и не почувствовал никакого результата? Поднимите руку. Ну, чего вы стесняетесь? Все нормально, это же жизнь. Вот. Это означает, что нет неустановленные личные отношения со Шрилой Прабхупадой. Личные отношения со Шрилой Прабхупадой установить очень просто. Я могу вам определенно утверждать, что он присутствует здесь во время лекции. Хотя бы по той причине, чтобы разобраться, что он тут такое болтает в моем храме, на моей лекции. Что он тут такое говорит? Но Шрила Прабхупада очень реально присутствует в ИСККОН. Это его тело, это его жизнь. И он изучает все, что здесь происходит. Помогает тем, кто пытается преданным дать
то, что нужно. Он реально присутствует. Это надо просто почувствовать. Я вас не уговариваю. Я призываю вас к изучению. Это наука. Эта наука называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь начинается с того, что человек чувствует присутствие гуру в своей жизни. Легче почувствовать, когда он будет повторять Хари Кришна, сам Прабхупада, у нас есть записи, и вы начнете кланяться ему, повторять вместе с ним. В какой-то момент вы почувствуете первый этап, вы почувствуете спокойствие, вам станет спокойнее. Это значит, что энергия духовная уже пошла в жизнь входить. Второй этап. Вы почувствуете нектар от его стоп. Это значит, что начались отношения. Третий этап. Вы почувствуете, что Прабхупада хочет, чтобы вы продолжали этим заниматься. И в этом занятии появится смысл. Сначала человек кранится, просто думает, что время тратить, что я время трачу. Пошел бы сейчас, поработал, что-то сделал там, ну какое-то важное, что кланяться, что это такое. То есть он не перешел еще на внутреннюю жизнь. Он не испытывает нектара, счастья, глубины, осмысленности, важности, занятости в этом. Он просто думает, ну хорошо, это как бы ритуал. Ритуал означает тупость. То есть ничего не делаю, просто сижу, что такое, вообще непонятно. Вот. Но внутренняя жизнь – это не тупость. Это очень, очень большая занятость в это время идет. Я когда пел киртан, я был очень занят. Как вы думаете, чем я был занят? Я кланялся своему духовному учителю и просил у Кришны здоровья для него. Время киртана. Я иногда забывал, что я здесь сижу. Потому что некогда было об этом думать. Потому что духовный учитель болеет, ему надо помогать. Я кланялся ему и был счастлив очень. Неизвестно, кто кому больше помог в это время. Или я ему своей молитвой, или он мне тем, что ему кланялся. Это очень важно понять, что... духовная жизнь означает очень серьезная занятость. Это не то, что ты сидишь и безделье маешься. Но есть еще одна вещь, которую надо понять. Когда человек начинает заниматься духовной жизнью, страдания не зря отступают. Сначала страдания отступают внутри. То есть мы попели, страдания отступили внутри. Но вы не знаете, потому что вы этого не изучали. А я знаю, потому что изучал. Кто-то из вас тоже знает. Что? Когда ты попел Хари Кришна и приходишь домой, стало все легче. Отношения лучше. На работе полегче. То есть человек входит в другую жизнь, в другую судьбу. И она, понимаете, если мы начинаем петь Хари Кришна и думать о том, чтобы там полегче стало, или полегче не станет. Потому что мы таким образом насилуем духовную энергию. Мы пытаемся ее использовать для глупостей своих, понимаете? Но когда мы начинаем воспевать святое имя, мысленно кланяться духовному учителю, преданным всем вокруг, это называется входить в духовную жизнь. Духовная жизнь – это не просто я стою, Хари Кришна пою. Хари Кришна петь означает участвовать в жизни преданных, которые здесь находятся, мысленно кланяться им, желать им счастья, чтобы у них все хорошо было, потому что они нуждаются в нашей помощи, все преданные вокруг. Помощь в чем заключается? В том, чтобы своей психикой, своей любовью вовлечь их в процесс духовной жизни. Когда человек входит в состояние духовной жизни, он начинает чувствовать счастье. И это не случайное ощущение, потому что в это время, само собой, там все решается вокруг. Само собой. Скупость сердца в чем заключается? В том, чтобы все сознание направить на то, чтобы там решать все. Это называется скупость. Но если человек свое сознание направляет на то, чтобы здесь быть и заниматься очень ценной деятельностью, которая нужна не только мне, но и всем, кто здесь находится, очень нужна, то в это время у него там все решается само. Потому что карма может действовать на человека только в том случае, если он к ней прикован. Мудрец не обиделся на Махараджа Парикшита, потому что он не был прикован к своей карме. По карме ему положено было обидеться, потому что ему на шею надели над конкретную змею настоящую, ядовитую. Он не знал, она жива или нет.
Но он не обиделся, когда он уж вышел из транса, увидел змею, понял, кто одел. Он не обиделся, потому что он... Некогда ему было обижаться. Вопрос, на кого обижаться? Если человек несет столько счастья всем вокруг, ну, случайно у него крышу сорвало, змею кинул, ну, что теперь на него обижаться-то? Какой смысл? Он такой ценный человек этот. Но вот когда сын пришел и сказал, что он проклял этого ценного человека, вот тогда мудрец действительно опечалился. Почему? Потому что он понял, что произошло непоправимое событие. Не хотелось ему, чтобы это событие происходило. Потому что ведь от этого царя зависело состояние всей земли. То есть вся земля процветала, была в состоянии глубокого счастья духовного, потому что тот, кто наверху, он всем управляет. Шрила Прабхупада создает вот эту атмосферу счастья нам сейчас. Вы это можете понять или нет? Хотя бы логически. Если бы его не было, этого всего бы не было сейчас. Так? Но я могу вам сказать больше. Он и сейчас здесь. Потому что каждую секунду духовную атмосферу надо поддерживать. Она не то, что ее запустила, она пошла. И потому что мы же все куда стремимся? Напороться на то, за что боремся. К этому мы стремимся. Чтобы напороться на то, за что боремся. Понимаете? Вот. Мы стремимся глупости делать. А Прабхупада нас возвращает назад. В этом заключается его служение Кришне. Он служит Кришне через нас. Поэтому он очень осознанно присутствует в нашей жизни. Когда мы читаем книги, сердце наполняется нектаром. Почему? Потому что связь идет со Шрилой Прабхупадой. Но все, что я говорю, для многих из вас является сказкой. Почему? Потому что нет опыта духовной жизни. Опыт духовной жизни приходит во время духовной жизни. Нет, невозможно эта деятельность. Что такое трансценденталист? Трансценденталист – это тот, кто имеет опыт, который никто не может понять. Это невозможно понять, это надо просто этим заниматься. Как этим заниматься? Есть разные способы, как себя убедить в этом. Но единственное, что могу сказать точно. Вы сейчас ходите на лекции, слушаете многие из вас, но домой приходите и занимаетесь обычной жизнью. Почему? Потому что нет глубокого основания. Зачем делать то, что предлагается? Живем и живем. Зачем мучиться? Однако, когда человек начинает выть, то есть он жить уже не может нормальной жизнью, ему стало плохо. И в это время, во время воя, у меня так было, я не говорю про других, у меня так было, начинаешь кланяться божествам и духовному учителю, потому что не знаешь, что дальше делать. Все уже и попробовал. И в это время становится чуть-чуть спокойнее. Почему? Потому что эти поклоны, они означают всего лишь одно – ну ладно, я покланяюсь, ну что я теперь делать? Ну то есть это от безысходности, понимаете? И поэтому нектара чуть-чуть всего приходит. Однако, если ничего не ждать, не ждать, когда тебя прибьет, а просто прийти домой и начать повторять Хари Кришна, не просто Хари Кришна, Хари Кришна. Понимаете, надо занять себя деятельностью. Деятельность означает то, что очень нужно. Ценным является связать свою жизнь с чистым преданным. Это очень большая ценность для всех, не только для самого человека. Все вокруг сразу, их карма тоже очищается. Человек начинает кланяться Шриле Прабхупаде и повторять Хари Кришна. Эффект какой? Больше ничего не нужно в жизни. Очень осознанная, важная деятельность. Человек чувствует, что он всем помогает в это время. Очень нужен, очень востребован. Он находится в состоянии счастья глубокого. Кланяться и кланяться, кланяться и кланяться. Потом он начинает думать, ну Шриле Прабхупаде нужны мои поклоны? Конечно, нужны. Это и в этом и смысл его пребывания здесь, чтобы мы начали этим заниматься. Он ждет, когда мы начнем, вовлечемся в процесс преданного служения, потому что он служит нам. Зачем? Чтобы мы начали ему служить.
Когда служение начнется, обмен, то это экстаз. Шрила Прабхупада входит в экстаз. У него нет этих материальных отождествлений. Мне кланяются, не мне кланяются. Какая разница? Преданный начал заниматься служением Богу. Все это экстаз для Прабхупады. Ему больше ничего не надо. И этот экстаз дальше будет возрастать. Потому что сначала первый этап – это отношения просто с чистым преданным. А потом эти отношения распространяются на всю жизнь. Преданный начинает планиться Шрила Прабхупаде и просит за другого преданного, чтобы у него все нормально было в жизни. Потом встречает этого преданного и спрашивает, ну как, у тебя все нормально в жизни? Он говорит, нет, у меня как было, так и есть. Он думает, блин, мало кланяюсь. Начал больше кланяться. Встречает опять, вообще уже ничего не спрашивает. Смотрит на него, у него все так же. Думает, ну что за такой, за ерунда какая-то. И он начинает, как сумасшедший, кланяться Шриле Прабхупаде. Начинает чувствовать, как судьба этого человека меняется. Потом он его видит и ничего не спрашивает. Он знает точно, что ему лучше стало. Потому что знание, оно имеет такую природу. Оно проявлено. И он думает, классно, так жить. Начинается жизнь. Все остальное – это не жизнь, это просто бред. В этом бреду мучаемся, мучаемся, мучаемся и всех других мучаем вокруг. Это бред. Как надо строить семейные отношения? Я вам сейчас по секрету скажу. Вот здесь вот пришли люди, которые хотят истину знать, поэтому пришли сюда. Я вам по секрету скажу, как надо строить семейные отношения. Надо просто молиться за своего близкого человека и не обращать внимания на всю дурь, которую он совершает. Все ему прощать, спокойно ко всему относиться и просто молиться за него, и все. И вообще никаких проблем. Он тебе, ты меня не любишь. Да не имеет значения. Молиться и молиться. И быть занятым в этом очень серьезно. Молиться Шриле Прабхупаде и думать о том, чтобы лучше было моему близкому человеку. И не обращать внимания на то, что он там вытворяет. Не имеет значения. Во время этой молитвы начнете чувствовать, что очень мягче постепенно отношения становятся. Меньше уже думаешь о том, что он тебя обижает. Неинтересно это об этом думать. Потому что это пустая жизнь, бессмысленная совершенно. Выяснять отношения. Выяснять отношения – это значит не понимать, почему другой человек визжит. Мы все в этом мире страдаем и визжим. Почему люди ругаются? Один визжит, что ему плохо, другой тоже визжит ему, что ему плохо. И они как бы доказывают друг другу, кому хуже. В этом заключается выяснение отношений. Какой смысл этим заниматься? Не надо этим заниматься. Надо заняться деятельностью, которая приносит счастье, и визг сразу успокаивается у всех. Потому что мы рождены, чтобы сказку сделать были. Мы должны стать счастливыми. Это сказка с самого рождения. Нам рассказывают эти сказки. Но это реальность на самом деле. Вы на киртане же почувствовали? Или нет? Или уже забыли? Все отлегло от сердца, стало хорошо. Ведь так ведь? Или нет? У кого не отлегло, поднимите руку. Значит, вы не были на киртане. Ну ничего, отляжет, я вам точно говорю. Не плачьте. Для сильной кармы нужны сильные усилия, большие усилия. Вы самое время для вас сейчас в храме быть. Это очень ценное время для вас. Раз вы в таком состоянии находитесь, значит, вы уже очень близко к духовной жизни. Видите, вам легче становится сейчас или нет? Видите или нет? Нет? Сосредоточьтесь на том, что я говорю, на моих словах. Сосредоточьтесь. Вы поглощены в горе своем. Сосредоточьтесь на моих словах. Вот сейчас Шрила Прабхупада дает вам счастье. Вы чувствуете это? Вот этим и занимайтесь. Чувствуете, как он дает вам счастье. Чего плакать-то? Надо заниматься этим. Видите, как хорошо, какая деятельность важная. Вот. Только человек, когда ему очень плохо, он может почувствовать. Невозможно все почувствовать и понять просто в обычном состоянии. Потому что мы на что-то еще надеемся в этом мире. Было бы на что надеяться, да?
Как доктор один приходит, пациент умирает, он говорит: доктор, я могу на что-то надеяться? Посмотрел на пациента, говорит: смотря на что ты будешь надеяться. Доктор преданным был, похоже. Потому что преданные никогда не унывают. То есть умирает, тело же умирает, правильно? Но проблема заключается в том, что тело может умереть и так не почувствовать этот вкус. Самостоятельный вкус. Не то, что на киртан пришли, попели, хорошо стало. Надо самому начать дома этим заниматься. Сидеть и жужжать в экстазе, кланяться Шриле Прабхупаде, так, хорошо. Заработала. Жизнь пошла настоящая. Не хочется никому хвастаться об этом. Это внутренняя жизнь, она все. Не хочется ни хвастаться, ничего. То есть это внутренний процесс. Все, он идет, и думаешь, как хорошо, супер вообще. В чем секрет? Служить чистому преданному. Не служить семье, не служить работе, начальнику. Служить чистому преданному. В этом секрет. Маленькое продвижение на этом пути имеет большую ценность. Чуть-чуть почувствовали нектар от Шрилы Прабхупады. Кто поднял руку, сказали? Чуть-чуть от стоп почувствовали нектар. Топа. Все, все, сосредоточьтесь на этом. Это спасение. То есть вы чуть-чуть этот нектар чувствуете, кланяйтесь дальше. Вы будете чувствовать больше. И потом присутствие Шрилы Прабхупады почувствуете реально. И он почувствует, что он есть, присутствует в вашей жизни. И все. И больше ничего не нужно. Потому что дальше Господь вам покажет, чем вам заниматься здесь, в этом мире. Когда связь со Шрилой Прабхупадой установится, он начнет вовлекать нас в служение себе. Не только кланяться, еще что-то будем делать. Опять в этом же состоянии. В экстазе класть пищу во время распространения, в экстазе ее готовить, раздавать людям. Они этот экстаз будут чувствовать и есть. Как мне Махатедж рассказывал, есть преданный Нитянанда Широма. Не есть такой преданный у вас? Или был? А? Нитянама? Да. В Эстонии живет. Он говорит, здесь был в это время. И бабка одна приходила, говорит, а где здесь лейтенант Широмани? Он так кормит меня вкусно. Она не знает, как называется, но она как бы чувствует, что вкусно, и поэтому она приходит. Лейтенанта Широмани ищет, чтобы наедал просада. Экстаз. Все вовлекаются в этот процесс. Такое счастье. Одно только условие. Условие такое. Нельзя мешать преданным заниматься духовной практикой. Мешать означает думать о них плохо. Почему мы думаем плохо о преданных? Потому что мы не знаем, как с ним относиться. Если ты чувствуешь преданный тебе в сердце делает больно. Это значит, что он нуждается в помощи. Все, нет других причин. Надо кланяться Шриле Прабхупаде, повторять Хари Кришна и этому преданному мысленно все отдавать. И наступит такой момент, когда сердце по отношению к нему успокоится. И все. Это значит, что Господь хочет, чтобы ты ему помог. Не он тебе помог. Если он тебе будет помогать, ты будешь экстаз от него чувствовать. А если ты не чувствуешь экстаз от преданного, значит, ты ему должен помочь. И не важно, какая причина существует на это внешняя. Пускай он совсем плохой или еще что-то. Можно много чего увидеть, понять внешнего деятельности преданного и в его жизни. Но я вам одну вещь скажу. Когда мы плохо думаем о преданных, мы им делаем еще тяжелее. Потому что Господь связан с нами, и Господь как бы не любит этого всего, но желание человека нельзя никуда деть.
Если мы плохо о ком-то думаем, мы возбуждаем плохую карму. То есть начинается кармическая жизнь. Когда мы плохо о ком-то думаем, в нем карма возбуждается, ему тяжелее становится. В нас карма возбуждается, нам тяжелее становится. И это называется хлебать испражнения. Вдвоем с тобой, остались б ты да я. Понимаете? То есть зачем? Какой смысл этим заниматься? Больно, да. От преданных бой больнее, чем от всех остальных, потому что они ближе. Но это значит, что надо им в экстазе служить. Но у нас нет силы им служить. У нас своей силы нет, чтобы он успокоился. Нужно кланяться Шриле Прабхупаде. Нужно общаться с чистым преданным. Не хотите Шриле Прабхупаде? Вон Бхактивинода Тхакура есть, пожалуйста. Кланяйтесь Бхактивинода Тхакуру. Экстаз полный. И думайте об этом преданном, и вы увидите, почувствуете, как успокаивается сердце по отношению к нему. Это значит, что все правильно. Чем отличается духовная жизнь? Все в ней имеет совсем другой смысл, не тот опыт и смысл, который мы здесь имеем. Не надо переносить свой опыт и смысл в отношения в храме. Эти не так делают преданные, эти не тем занимаются. Какая разница, чем они занимаются? Пусть занимаются чем угодно. Главное, что рядом с Богом. Надо просто кланяться Шриле Прабхупаде и желать счастья преданным. Постепенно они очистятся и будут заниматься тем, чем надо. Все. Это Кришна сам решает, чем они здесь занимаются. Преданные что-то только не вытворяют. Я про себя говорю. Поэтому надо дать возможность преданным заниматься тем, чем они занимаются. Но духовная жизнь означает устанавливать правильные отношения. Правильное отношение значит не обращать внимания на то, как смотрит на тебя преданный, потому что он смотрит своей кармой. Он не своими счастьем смотрит на тебя и духовной жизнью, а своей кармой смотрит. Чистый преданный смотрит духовной жизнью. Поэтому нам так дорого и взгляд чистых преданных. Мы ставим фотографию, упиваемся глазами, смотрим, этот взгляд пьем. Потому что мы учимся жить духовной жизнью таким образом. Это ценный взгляд чистого преданного. Но взгляд других преданных, который вызывает у нас недоумение, думаю, что это он так на меня смотрит? Только по одной причине, что он еще не чистый преданный. Все, нет других причин. Это значит, что ему нужна помощь. Все. Еще один совет. Если вы чувствуете, что преданный вызывает страдания, не стройте с ним слишком близкие отношения. Отстранитесь от него и желайте счастья на расстоянии ему. Надо делать то, что помогает преданным, а не то, что им мешает, и нам. Не надо в такие отношения близкие вступать, чтобы потом выть друг с другом рядом. Три преданных собрались вместе и воют друг на друга. Какой смысл? Это означает неправильно построенные отношения. Слишком приблизились в материальном смысле. Начали... Близкие отношения в духовном смысле могут быть на расстоянии. Мы с гуру строим отношения очень близкие. Он далеко, но мы очень близко к нему можем находиться в это время. Это означает правильный подход к жизни. Если мы начинаем с преданными шуршать друг от других преданных, это не те отношения. Это означает, что мы как бы волну поддерживаем. Одному преданному плохо стало, он начал глупости делать. Все остальные жужжат вокруг, волну поддерживают. Но это не та волна, которую надо поддерживать, понимаете? Надо другую волну поддерживать, связанную с чистой духовной жизнью. Она внутренняя, эта жизнь. Не со всеми можно поделиться, но надо ей жить. И подтверждение этой внутренней жизни, мы приходим в храм, начинаем петь Хари Кришна и видим, что преданные вокруг в таком же настроении, то же самое с ними происходит. Они тоже пытаются вырваться из этих страданий с помощью воспевания святого имени. Таков процесс духовной жизни. Он очень насыщен, глубок, и преданным некогда. Когда человек занимается духовной жизнью, ему некогда ни о чем другом думать. Он очень сильно поглощен. Но чтобы стать сильно поглощенным, для этого надо начинать с малого. Нектар чуть-чуть почувствовал и кланяйся дальше. Потом придет все. Не плакать, сидеть и все. Надо кланяться, надо жить этой жизнью. Понимаете, сколько мы бы ни плакали, эта жизнь, страдания в этом мире не уменьшится ни на йоту, потому что этот мир и предназначен для страданий.
Здесь нет другой цели. Дух Халая, Ашашва там, говорится в ведах, означает наполненный страдания мир. Наполнен страданий и невежеством мир. Здесь вы плачете, потому что вы чувствуете, что здесь так много страданий. Так это так и есть. Чего плакать? Надо бежать от этого мира. Бежать. Не означает быть социальными людьми. Я не асоциальный человек. Я с людьми очень много общаюсь. Но я не вхожу вот в этот вот дрязги вот эти. Зачем? Кто-то тебе сделал больно. Это значит, что ты не занят. Если человек преданный занят очень серьезно духовной жизнью, ему невозможно сделать больно, потому что все, что делается вокруг, для него не имеет слишком большого значения. Вот этому преданному здесь в этом тексте написано, больно сделать было невозможно. Почему? Потому что он был поглощен на 100% настоящей, правильной жизнью, которая помогает всем вокруг, не только тебе. Она ценна для всех. Веды говорят, 12 поколений до родственников и 12 поколений после получают благо от того, что преданный сидит и просто кланяется Шрили Прабхупаде. Все вокруг получают благо, они этого не чувствуют, не замечают. Духовное знание означает постепенно это понять. Можно видеть, сколько блага кто получает от того, что ты занимаешься духовной практикой. И тогда у тебя вообще не оставится никаких сомнений в том, что ты занят очень полезной деятельностью, которой надо заниматься постоянно, как можно больше. Единственное условие, очень простое, в храме стараться заниматься чистым преданным служением и не обращать внимания на то, что происходит все остальное. Это внешнее, оно не имеет большого значения. Не имеет большого значения. Не тратьте зря свою жизнь на эти вещи. Это все просто означает... То, что не имеет смысла. Я имею в виду то, что приносит боль в сердце. Я не говорю о том, что преданные служат в храме, занимаются деятельностью, которая приводит к экстазу. Это классно, это и есть духовная жизнь. Здесь должно все кипеть, по идее, духовной жизнью. Но это все кипит, будет кипеть, когда у нас сердце будет кипеть. У нас, именно у меня, не у кого-то другого. Потому что отраженная преданность – это хорошо, но это явление временное. Сегодня я отражаю преданность тех, кто поет, Индрануджа Прабху пел. Преданные отражали его преданность. Но вот Аиндра Прабху оставил этот мир. И теперь уже никто не сможет отражать его преданность просто так. Хотя он присутствует, он продолжает присутствовать. Преданные говорят, что он прямо сидит на киртанах, на вечерних, и все в экстазе, и там приходит еще больше людей. Почему? Потому что он присутствует реально, преданные это чувство, они в экстазе поют. Духовная жизнь не кончается, преданные не уходят. Это факт. Но некоторые этого не чувствуют. И они чувствуют, а Индры нет, все. Нечего ходить к Кришна Баларам. Поэтому, пока преданные рядом, пока они поют, пока есть храм, в материальном мире все на внешнем плане может быть уничтожено. Надо немедленно начать внутреннюю духовную жизнь. Надо самому дома, это очень большой ценностью является, самому дома в экстазе повторять Хари Кришна учиться. Есть для этого правила специальные. Первое правило. Экстазу мешает тело. Во время повторения тело надо очень сильно выпрямить и не дать ему двигаться. Вот оно должно вот так застыть. И надо повторять очень-очень сосредоточенно. Когда тело выпрямленное, оно не дает лень, это сила, которая разрушает прикованность к деятельности в святом имени. Вот сядьте очень прямо. Ну не бойтесь, ничего с телом не будет. Сядьте прямо, очень прямо. Выпрямитесь и тяните вверх. Смотрите, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари. Теперь достаточно, пересогнитесь, расслабьтесь вот так,
Расслабь, ну что вы напрягаетесь, давай. Харе Кришна это трансцендентная деятельность. Ничего напрягать. Все, расслабьтесь. Повторяем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Выпрямляемся. Выпрямляемся сильнее, чего вы боитесь? Надо служить святому имени, а не спать во время него. Прямее, прямее, надо вверх тянуться к солнышку со всей силы. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. А? Пободрело? Ну вот и все. Это первое правило во время повторения. Надо тело скручивать просто. Есть несколько положений. Я сейчас вам покажу. Вот самое простое, вот такое, смотрите. Вот так вот на коленки садишься и выпрямляешься. Вот так сидишь. Не двигаться во время повторения. Сколько можете, хотя бы один круг. Это будет круг вашего воспевания настоящего в течение дня. Сидеть прямо и не двигаться. Первое правило. Второе правило. Очень громко включать звук Шрилы Прабхупады, чтобы он сердце пробивал. И повторять надо третье правило. Прямо с ним копировать его голос. Чтобы бхаву, вот это вот чувство духовное, его веру, перенять, как-то, как каким-то образом... скопировать в попугае, который внутри сидит, скопировать, чтобы он смог. Я и сам могу повторять. Это другое дело, это уже ложняк, ложняк. Я и сам, что мне громко в Прабхупаду включать, я сам должен повторять святое. Ложняк, ну есть, ну что, куда его девать? Но вы на него не обращайте внимания, на ложняк. Потому что присутствие Прабхупады имеет большую ценность в жизни, очень большую ценность. И надо эту ценность уловить. Для этого надо быть попугаем. Прабхупада, посмотрите, Харе Кришна, Харе Кришна. У вас есть здесь голос Прабхупады где-нибудь, какой-нибудь плеер? Есть, дайте сейчас. Ну, давайте включим. Сейчас вы почувствуете, я вам не придумываю все это. Ритишна, Рит. Где Прабхупада? Давайте Прабхупаду. Сейчас мы будем изучать голос Шрилы Прабхупады. А сегодня такая лекция, практическая больше. Сейчас я вам несколько заданий дам. Где голос Шрилы Прабхупады? Есть она? Ага. О, супер. Погромче. Вот смотрите. Первое. А, меня не слышно уже, да? Ну не, слушай, давайте я так. Кришна, Кришна. Первое задание. Услышите звук Кришна. Как он повторяет Кришна. Слышали? Теперь задание. Там есть Кришна или нет? Спросите себя прямо в сердце. И скажите себе, нет Кришны там в этом звуке. Спросите и скажите, нет Кришны в том, что он повторяет. Давайте. Нет Кришны. Нет Кришны. Нет Кришны. Чувствуете? Есть! Есть! Вы почувствовали или нет? Есть Кришна! Он реально он звучит там в имени. Ух, сильный! Все, теперь мы почувствовали Кришна. Есть звуки Шрилы Прабхупады. Есть. Надо ничего не повторять. Пытайтесь понять сначала. Изучайте. Есть Кришна. Теперь надо Кришну из голоса Шрилы Прабхупады затащить вот сюда. Для этого надо повторять так же, как он. Попугайничать.
Не надо делать из себя, просто попугайничать, понимаете? Все, повторяем, попугайничаем вместе с Шрилой Прабхупадой. Пытаемся так же сказать. Я смотрел, как Шрила Прабхупада звучит в ваших голосах. Это был такой экстаз. Вы почувствовали экстаз или нет? Кто почувствовал, поднимите руку. Все, я вас записал. Всех запомнил. Теперь вы должны со Шрилой Прабхупадой все продолжать повторять мантру. Опять вот вспомнить сегодняшний день, как мы сидим, как мы с Прабхупадой повторяем. Надо вспомнить это чувство и дальше продолжать так же. Ваша жизнь полностью изменится. Вам спокойнее стало, нет? Поняли теперь, о чем я говорил на лекции? В этом наука заключается. То есть надо изучать голос чистого преданного, повторять вместе с ним мантру и входить в состояние глубокого счастья. Это не эгоистическое занятие, потому что от нас требуется в этом мире только счастье. От нас ничего не требуется. Когда счастье у человека есть, он востребован, нужен всем. Нет счастья, он бесполезен. Он страдает сам, мучает всех вокруг. Если вы хотите жить в этом мире и действовать здесь, счастье получать здесь, нет проблем. Слушаем голос Шрилы Прабхупады и раздаем счастье всем вокруг. Все. Мне говорят, лекцию пора заканчивать. Какие вопросы? Да? Скажите, вот если есть проблемы с преданным в каких-то отношениях, то в чем разница будет, если мы будем кланяться мысленно этому преданному стопу или кланяться Шрилы Прабхупаде? Разница заключается в том, что если мы будем кланяться этому преданному, это означает, мы будем просить милости от него. Но у него нет милости, ему плохо в это время. Иначе не было бы с ним проблемы. Эта проблема от него переходит ко мне и мучает меня. Надо кланяться Шрили Прабхупаде и дарить этому преданному счастье своими мыслями, своей радостью внутри. И ты увидишь, как с ним проблемы станет меньше. То есть от него меньше проблемы будет исходить. Если я делаю, например, с настроением того, что я прошу прощения, так как, например, внешне мне сложно преодолеть свое эго, я кланяюсь преданному, чтобы свой эгоизм преодолеть. Знаете, в этом наша проблема заключается. Мы очень сильно прикованы к тому, что я могу. В этом проблема. Надо понять, что духовная жизнь означает, Прабхупада может, а я смотрю, как это происходит.
Надо научиться видеть, как это происходит. Тогда не будет никаких сомнений, что кто делает и как делает. Все очень легко меняется. Я, если бы было время, мы бы сейчас попробовали. Мы повторяли Хари Кришна вместе с Прабхупадой, и вы бы кланялись Прабхупаде, думали об этом человеке. Вы бы увидели, как он, как о нем мнение поменяется, даже просто вот за это время. Это мнение означает его карму просто, и все. Поэтому в духовной жизни нет препятствий. Если правильно ее проводить, препятствий нет. Надо просто, правильность заключается в том, чтобы проводить ее вместе с чистым преданным. В этом заключается правильность духовной жизни. Нет другого понимания, что такое правильность духовной жизни. Я просто, у меня мистическое мышление, поэтому я вам такой метод дал. Есть другие методы, как быть рядом с чистым преданным. Допустим, преданный просто на санкиртан уходит и думает о том, что это делает для своего духовного учителя. Это то же самое. Тот же самый экстаз, тот же самый процесс, все то же самое. Просто, ну, как бы немножко по-другому это проявлено. Преданный занимается поклонением божествам в экстазе для своего духовного учителя. Не я служу как бы божествам, а это делает для чистого преданного. И в результате он в расе, в отношениях с чистым преданным во время служения божествам находится. И он в экстазе в полном в это время. Единственное условие – надо все делать в настроении служения чистому преданному. В этом заключается наша жизнь. Начинается жизнь, когда мы служим чистым преданным. Если не чувствуете, что вы можете на нем сосредоточиться, вот, включайте голос. И вы прямо сразу чистое преданное служение начинается в это время. Мне говорят, все, одежду одевать, бегом бежать, на лекцию опаздываем, все. У нас завтра есть лекция, да? Спасибо вам большое, что вы пришли. Очень счастлив вас всех видеть. Завтра мы продолжим изучение этой темы. Хорошо? У вас должны быть вопросы. Попробуйте дома вместе с Прабхупадой поповторять Хари Кришна и будете вопросы свои задавать. Хорошо? Вы попались все, видите? Серьезные вещи придется делать. Не просто домой прийти блины есть, а повторять Хари Кришна с Прабхупадой. Ну ладно, счастливо. По милости Адали Тхам Прабху.